Всем большой привет! Сегодня суббота. Чем я занимаюсь? Это буду сейчас взбивать миксером. Пирог будет у нас. Клубничка замороженная. Здесь у меня сметана с содой. А это буду варить уху. Такую быстренькую, легенькую. Дочка купила хребет красной рыбки. И вот это томатный сок и все. Быстренький обед. И еще надо будет готовить ужин чуть позже. Так что очень много работы. Покажу вам быстренько сегодняшние покупки. Дочка купила вот такой цветочек. За свои деньги подарила мне сегодня. Вот такой красивенький. Спасибо, доченька. Если я не ошибаюсь, это бегония. 35 гривен. Дальше. Хребет красной рыбы 63. Хлеб белый и цельнозерновой 45,50. И сейчас посмотрю чек. Вот это. Фольга 48. Папир туалетный. Одна штука 8 гривен. Вологи и серветки. Одна стоит 4,50. И вот эти запаски 8 гривен. Одна штучка. И жидкость для мытья. Стекол 34 гривны. Все, я варю уху. Вот такие сегодняшние покупочки. Красота. Так, доченька, молодец. Все, я буду продолжать. Тесто готово. Вот такое. Сегодня варю уху, только хребет красной рыбки добавила. Половину. Половину морозилку. Сейчас закипит. Лепесток уже добавила. И скоро будем обедать. А вы любите уху? Мы очень любим. Это очень-очень вкусно и очень полезно. Пирог в духовке. Тем, кто обедает, приятного аппетита. Вы это видели? 3 часа дня. 20 мая. Ого! Вот это жара. Это в тени. Можно ехать на море. Такая жара. Вот это да. А я иду на кухню, буду дальше готовить. Это да. Конец мая, а уже так жарко, как летом. Мы уже пообедали, очень вкусная уха. И попробовали пирог. Вот таких было 3. Очень-очень вкусненько. Компотик тоже клубничный. Открыли банку. Буду продолжать. Хочу приготовить сегодня котлетки. Рецепт котлет самый, наверное, обычный. Значит, что у меня здесь? Свиной фарш, хлебушек, картошка сырая, лук. Чеснок, черный перец, соль, яйца. Вроде бы все назвала. Перемешиваю и жарю котлетки. И еще варю пюрешечку. Муж жарит котлеты, помогает мне. Сегодня еще, если успеем, надо поехать за глиной. Так,
что надо все быстренько. Вот такая красота. Готово. Муж мне помог, теперь я ему помогу. Поедем за глиной. И пюрешечка тоже готова. Насыпала цыплятам корм. Там всем вечернее кормление. Курочкам, уточкам. Все. Воды, травы. И мы едем. Ну? Сейчас улетит. Она одна. Видно вам? Куропатка. Мы приехали на карьер за глиной. Вот она. Уф, улетела куропаточка. Сейчас посмотрим, куда поближе, чтобы набирать. Там нереально спуститься очень глубоко. Ой, очень страшно глубоко. Взял мешок? А лопату? Очень страшно. Как мне спуститься туда, к тебе? Три мешка набрали. Еще один. Еще одно ведро. И хорош. И едем дальше. Все, набрали глину. Едем дальше. Слышите, птичек? Мы специально остановились, чтобы я...
Понюхала. Красота. Только начинает акация цвести. Ой, как красиво. Я надеюсь, вам слышно, сколько птичек. Кому бы там и где-то в лесу. Кому-то где-то в лесу, да? Класс. Хочу веточку сломать. Ой, как красиво птички поют. Комары кусаются. Все, едем дальше. Красиво птички поют. Не хочется никуда уезжать.